Итак, всем привет, с вами я Супер, и... И я... Подожди, стой, выключай. Да нет, все, начали запись, значит надо снимать. Говори. А я ебу, у меня там написано Карл Джонсон, хотя я уже давно не Карл Джонсон. Нет, ну ты говори, ты Борис. Рауль пусть будет. Рауль Борис. Так. И мой ник Тони Дороси, регистрируйтесь на наши аккаунты, да. Так, на Advance Blue. Вот. Значит, мы взяли чуть-чуть Desert Eagle'ов. Ты взял аптечки, все взял? Так, что ты аптечки не взял. Так, у меня аптечек 5 штук, масок 3, все, вовремя. Пошли, давай, теперь. Сейчас, выходим с дома. Так, и у нас нет транспорта, да, Борис? Это проблема. Да, ну, прибежим туда. Куда? У тебя есть, да, пожарная шняга? Да, пожарная шняга есть. По работе пожарная шняга. А, кстати, мама, я тебе машину полечил, и как мы так и не доехали. Ну ладно, это еще не факт. Так, мы пошли. Вот, значит, я продал свой транспорт. Вот. А Борис вроде бомж, да? Ну да, я бомж. Все, что-то два аккаунта есть, на втором аккаунте все, да? Да. Ну не. Да, у меня ничего нет. Так, давай это взломаем. А, это же не дай. Только дай мне бряк карты, что, по-моему, с клепками взлом. Тут нету такой системы, да? Да, вот нет такой системы. Вот тут добавили самое главное, чат для пожарных пилотов, да, Борис? Самое нужное. Да, да, кстати, офигенное обновление, можно будет говорить с этими людьми, скучать не придется. Самое можно нужное будет... обновление вообще, от бога. Да, можно будет договориться с этими пожарниками, чтобы они... Так, но... я пилотом работаю, так что давай, Борис, арендуй и сяду. Открой-ка, быстро, открой. Функция доступна только пожарной службе. Пошли. Ты не пожарный? Да, я был механиком, когда тебе хотел починить. Да, вспомнил. Когда у меня был Infernus. Да. Вот, вы не думали, что я слишком богат. Это я халявно, короче, нашел Infernus. Вот. Помнишь, Борис? Да, ему, короче, сказали, типа, го обмен, ты мне FKR за 100 тысяч, ну, 170, ой, 160. Да. Ну, там почти ГОСКа, да? И, а я, он ему даст этот Infernus, ну, и все. Супермаркет, чё? А чё там может? Это просто магазин, да? Вот этот чувак тебя такой приветствует. Так. Аптечка. Деньги на бочку сюда. Чё, лотерейный билет будем покупать или не надо? Число 1. Два числа. Все числа 50 тысяч, да? Так, хорошо. Нет, все. 882 или 2280, можно? Все. Давай. Ой, быстрее, блин, 2, 8, 8. Пошли. Давай, пошли. Ты купил лотерейный билет? А, кстати, а он когда начинается? Как посмотреть, лото или что? Каждый час в 0,2 минуты. 0,2 минуты, да? Да. То есть через... Сейчас 42, значит через 18 минут, да? Через 20. Да. Окей, подождем, что? И прикол, выиграем, да? 50-ка. Из... Вот. Ну, давай пока что мы... На паузу поставим запись, потому что ничего. Ну да. И так, ну значит, в мэрии, давай, Борис, садись в мой такси. Да, я сажусь. Это что, Борис? Так, стоп, развернись, он хочет расправы стать. Развернись, это, он хочет... Ну, не знаю, это на НРП, если честно, да? Давай, Борис. Да, он начал с нами войну сам. Он сам начал? Первый начал, сам первый получит. Сюда иди, чмо. Так, нет, я его не буду убивать. Где этот... Вонючий. Вот так, главное, поехали, Борис, не надо это. Подожди, куда он? Так, ну давай сейчас. Где это здесь? Вот сюда? Пошли. Он там с бронежилетом был. Все, сосать, бежать. Нормально, чё. Так. Конечно, на записи, но ладно, чё. Так, а чё я не могу выйти, Борис? А, меня кикнул за чит программ, чё? Так, ну давайте пока перезапускаем видеозапись. Вот, да, Борис? Итак, все, начинаем. Молодец, запись. Давай, садись, Борис. Устраивайся пожарником и начните отпизжи. Погнали. Так, погнали. Последний раз патруль. Давай, быстро. Я тебе пишу так. Kill, да? Kill.
384. По ярби. А, кстати, вау, что это? Килл команда только для банд и мафии. Чё, чё, килл, чё за команда? Ну, типа за этот... забивают убийство и все. А, убивает, да, сразу? Пишу, чему вообще. О, боже, началось. Уезжай быстро, быстро, уезжай, все, уезжай. Они еще без зонда РП, понимаешь, они даже ничего не говорили, типа, остановитесь, я как-то... Вот, сейчас только написано. Ну, найс, ну, молодцы вообще. Да они лохи тупые, тупо цветочные лохи. Куда мы поедем вообще? Куда поедем? В другую этот, смотри. Просто рассказываю гайд, как убежать от полиции. Первая стадия. Не поддавайся, ну это тоже бы дауну, чтобы поддаваться вот этим грызницей. Понятно, где мы просто едешь, тормозишь, ну не тормозишь, а едешь, просто втапливаешь. Они тебя догоняют, это правильно, да. Виляшь этих могучих пуль МП5. Ну, да, конечно. А вот это притормаживаешь. Ай, ёпка. Смотри, они даун, как всегда, не умеют водить. Они тебе колесо поставили, да? Они ничего мне не сделают, забей. Ого, они крутые. Пошел вон, чмо. Потом. А, блядь, это еще спецназ будет. Вот так вот делаешь. Вам, по мне. А, ну, чувак, что сейчас забор поставить, уезжай! Видите, они стреляют, да? Ну, а что они им еще приходится? Не стрелять, видите, пишут. А, ситуация full RP. Все. Да куда ты прыгнул, дебил, тебя поставил? Ура! Итак, значит, я тут нашел джип, значит, вот этих ФБРовцев. Значит, два ФБРа что-то делают. На карте их вижу. Вот. И давайте мы их пристрелим. Или будем... А где ты находишься? Подожди. Меня убили. Походу меня в тюрьму посадят. Ну это не точно. Ну если ты в больке, то ничего да, не посадят. Да, меня убили, короче. Я в тюрьме. Да. Ну ладно, что, в тюрьме так в тюрьме. Не забывай, когда стреляешь с копами, надевать маску, чтобы тебе не дали звезды и не посадили. Блин. Нет, я говорю, у меня были уже звезды, понимаешь? Были. Это так, вообще блин. Так, посадили. Борис что-то там застрял, так тайм. 32 секунды осталось, давай, Борис, говори что-то. Объясни. Я застрял. Где ты застрял? В жопе? Или в текстурках? Пишу одну. Вообще одну ночь. Очки, конечно, Настя одел. Ладно, я пока что играю в Clash Royale, вот, на фоне. Вот, раз, два, раз, два. Раз, 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 два, трц. У меня, кстати, максимального уровня миньоны. Это, на самом деле, очень круто. Так, все, я на свободе, я свободен. Я машину нашел, и в ней 90 литров халявного бензина. Я свободен. Так, блядь. А, мы сейчас пока что отъедем от всех. Так. Две игры играть одной рукой, это, конечно, сотки. Мне админ помог. Ну, чем тебе помочь? Давай приеду. Ты потом увидишь на видео, наверное, если я его выложу. Да выложишь, не выложишь, значит, я обязательно себе буду. Так что лайки ставим Борису и мне тоже. Сверхразу, да? Так, футбол кидает. Раз. Так, ну я не знаю, может что, не бензин будет, у чувака, который купил эту машину, будет лох. Так, ну ладно, пока что поставим видео на запись. На паузу, потом, значит, когда играю в Clash Royale, обратно включим запись, да. Так, мы поедем обратно в СВО, ой, точнее, в СВО устраиваться. Вот, Мэри. Борис там пожарным работает? Короче. Будет, да, значит... уже, кстати, нормально тнем. Да, нормально. Я у него отрывок еще скопирую, если он, конечно, не скинет через скайп. Конечно. Нет. Ахуешь? Скажи, смотрите на моем, да, канале, да? Да, смотрите на моем канале. Эй, не смотрите на... Не смотрите, конечно, что? Жалко, что ли?
Там все же... 10 просмотров будет, так что один человек, наверное, посмотрит Бориса. Да, да. Блин, тут вообще СВ-то разбросаны прям машины, я не знаю. Не знаю, если это открыто, то пиздец. Я просто буду в шоке, блядь. СВ это кладбище машин. Ролл реально открыто, блядь. А, это аренда, фигня, блядь. А вторая вот, первая, это первая. О, ло, вот это я, конечно, попал. Хорошо на кино. Неплохо, неплохо. Это была случайность. Админа, не бейте. А, ну тут мэрия, это куда мы бьём? Прям, ну да, хотя бы везде, наверное, здесь, да? Да. Так, тут, как всегда, будет барьер. Нет, не будет этот. Менты, Hello. Так, он там один. Ну, поздороваться нужно с человеком, типа нормально говорить. А, или будет крафтить. Вот так вот. Ходишь и говоришь. Дядя полицейский. Куда вы бежите? Так, Майс, конечно. Так, ну, значит, я в мэрию пришел и заходим в мэрию Санфиньяна. Борис, если я чувака выкину с машины мэрии, да? Несколько раз. Мне же ничего не будет, да? Ну, мне ничего. Точно? Через секунду, ну, конечно. Папа. Это, кстати, пожаров больше стало, пожарников или нет? Или так же? Всё, парень. Шо, он. Так же пожаров стало или нет, Борис? Так, пожаров, ну типа, нет, пожаров нормально, но... Ло, стоп, пожар вот здесь? Я буду просто орать, как бешеный чмо пес, если тут реально чмо, пожар. Ну, ты да я пошутил, я же тащил. Да, конечно, пошутил, ты чмо. Пошел вон, ты куда меня тут... О, порядок! Ладно, поехал, ой, блин, вот это случай страшный. Так, ну поехали, не знаю, к Борису, да, да. Так, ты сейчас где находишься? В СВ или где? Я нахожусь в ЛВ, на таможне. Еду сейчас, жди там. Пожалуйста, я хочу быть первым. Это будет вообще шок. Это будет шок-контент для меня лично. Для вас, наверное, это будет как всегда. Как всегда, блин, говно какое-то сняли, да, да. Ладно, все, не надо говорить, да-да, дай бы спасибо. Да-да. Да-да. И последний раз, да-да. Едем. Борис Лов. Алихан чмо. Я такой не говорю, Борис. Ну ты чмо, ну ты чмо, Борис. Алихан сралих. Борис, Борис, сосиска, пиписка, 11 метров. Да, Борис? Да, да. И чё такое? У меня 2000 уже этого осталось. Чё, 3000? Сейчас пожары тушения. Бенза, да? У меня очень пожары редко тушатся, это баг какой-то. Ты вверх-вниз вот так крути, вверх-вниз, у меня получается... Да, кстати, да-да-да. Если не получается попасть, она именно как-то странно так находится, либо в середине, либо внизу, да, либо вообще сверху. Огонь. Ровно не ставит тоже. Могли бы это все продумать, не знаю. Все потушил. А, нет. О, в текстурке, да. Прикольно. Хату тушу. Так. Ну я за тобой еду в таможню ЛВ. Ты где, Борис? Еще один пожар. Хорошо. Так. Надеюсь, потушу. А, ну его не потушил. Так, я чувака сбил или что? Не знаю, короче, у меня так... дымит, да, машина? Просто вперед нажимаю. О, потушил. Так, да. Ух, это было тяжело у нас. На самом деле. Я знаю, как бы сможет закончить видео. Ты сейчас таможня ЛВ, да? Да. Просто там стой, выключи двигатель, хорошо? Та-т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 а